Всем привет! Сегодня хочу показать свои фиалочки цветущие. Обзорчик будет небольшой. У меня всего цветут две фиалки и цветок молочай миля. Такая фиалочка цветет, прекрасная креолка называется. Такие бутончики у нее распустились. Цветы крупные довольно-таки. Кайма такая прям салатовая. Красивые цветы. Вот тут. Цветоносов много, это еще не полный распуск. И вот такая фиалочка бериловый иней. Такие цветочки салатовые. Это первое цветение этой фиалки. Кстати, я все фиалки покупаю только на выставках. Выращиваю либо с листочка, либо с малюсеньких деток. Эта фиалка тоже выращена с детки небольшой. Первая тоже с деточки. Прекрасная креолка выращена. Как много она набрала цветоносов. Красавица. Фиалочка Абигайль сорт называется. Зацветает. Вон тоже цветоносов много набрала. Цветы салатовые тоже будут у нее. Потом покажу, когда раскроется. Пестролистность красивая, шикарная. Они у меня под лампой стоят, эти фиалки. Розетки огромные, разрослись. Так, еще хочу показать такой цветочек, как молочай миля. Крупноцветковый он у меня, крупнолистовой. Такие белые цветы восковые, красивущие. Расцвел зимой. Тут еще один цветонос был. Недавно завял, я его обрезала. Вот тут цветоносы идут еще новые. Такие восковые цветочки прекрасные. Вот тут с этой стороны тоже. Красивые. Вот хлорофитум у меня небольшой подросточек. У меня хлорофитумов много. Сюда просто поставил для обзора один. Вот тут еще зацветает фиалочка Белая Королева. Тоже цветоносы набрала. Вот. Еще цветонос. Там еще у нее бутоны лезут. Сейчас пока не видно. Вот эти уже крупные стали. Вот фиалочка Литуаника. Тоже жду цветения у нее. Показала вам цветение своих фиалочек. Небольшой обзорчик такой провела. Ну, зато красивый. Всем пока!